праздничное мероприятие в честь воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями прошло на Васильевском спуске, где в этот исторический день побывала и делегация от Ленинского городского округа. Этого события жители присоединенных территорий ждали долгие 8 лет. За 5 дней референдума в нем приняло участие почти 100% граждан, которые сделали свой выбор в пользу свободы и независимости. Будем надеяться, что данное решение все-таки поспособствует скорейшему наложению мира, чтобы об этом все идет речь, чтобы скорее все это закончилось. Наши бойцы вернулись в расположение своих казарм, а жители непосредственно уже части Новой России осознали, что такой мир в небом головой за долгие-долгие 8 лет. Митинг-концерт, который состоялся сразу после подписания договоров о принятии в состав страны новых субъектов, посетили сотни тысяч человек. На сцене выступали общественные и политические деятели, известные артисты. Здесь и военные корреспонденты, ставшие свидетелями самоотверженности российских солдат, рассказали, как в эти дни наши бойцы защищают родину в специальной военной операции. Ко всем присутствующим обратился и президент Владимир Путин. Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой! Россия! 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 Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде сила, а значит победа. Победа будет за нами! В календаре 30 сентября пока не официальный праздник, но для миллионов жителей нашей необъятной родины эта дата священна. И как отметил президент, это день правды и справедливости. Юлия Погосян, Елена Кошелева, Видное ТВ.